9 сентября в Москве пройдет профессиональный турнир по смешанным единоборствам памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Организаторами состязаний выступят две бойцовские лиги Fight Night и GFC. В главном поединке вечера сойдутся Владимир Минеев и Даурен Ермяков. Средневесы оспорят сразу два чемпионских титула. Всего в программу войдут 15 боев с участием звезд российского ММА. Ожидается, что почетным гостем турнира станет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. А свой 11-й поединок в профессионалах проведет его младший двоюродный брат Усман Нурмагомедов.